Суд в Мексике отклонил жалобу на итоги выборов президента страны. Иск подал бывший кандидат на пост главы государства Андрес Лопес Обрадор. По итогам июльского голосования победителем стал кандидат от институционно-революционной партии Энрике Пеня Ньето. Обрадор обвинил своего соперника в подкупе избирателей и превышении установленного законом лимита расходов на предвыборную кампанию. Ньето все обвинения в свой адрес отверг. Новый президент Мексики должен вступить в должность в декабре. Жалобы являются необоснованными. Большинство из них недоработаны, расплывчаты и неточны. Выборы в Мексике не должны быть признаны недействительными. Изучив каждую жалобу, мы подтверждаем, что конституционные принципы соблюдались. В стране прошли свободные и честные выборы, основанные на правах человека. Мексиканский президент Энрике Пеня Ньето избран народом.